Так, всем привет. Хотел снять видео, вам показать трансовые колеса. Установил я их для того, чтобы в одного можно было спускать легко лодку на воду. Лодка у меня 360, поэтому одному неудобно спускать. Тут установил вот крепление для колес. Лодку собрал, накачал, установил колеса в лодку, все сложил, спокойно спустил на воду и все, колеса поднял и поплыл куда надо. Так, насчет трансовых колес. Крепятся они легко. Болтик открутил. В дальнейшем хочу сделать быстросъемные колеса. Так, вот колесо устанавливается. Болт вставили. Все, гайку закрутили. Фиксируются они. Раз зафиксировали, все, можно их не снимать во время использования лодки. Сжимается также легко, вниз, внизу фиксируется также, точно так же. Почему выбрал именно такие, а не быстросъемные? Потому что их можно поднимать одной рукой, то есть одна рука свободно воду спустил, поднял, все, лодка готова к передвижению. На той быстросъемным были двумя руками. Залазить в воду, чтобы снять колесо. И есть возможность, что можно уронить воду. Так, по установке. По установке видео в интернете очень много. По установке. То есть, я думаю, вы без проблем найдете, как оно устанавливается. Это не проблема. Единственное, что хочу вас предостеречь, чтобы не повторили мою ошибку. Вот. Смотрел я тоже обзоры, и там говорили, что как можно ниже от края, тут отступает определенное расстояние. И даже вот по краю делают. Вот. И устанавливают дырочки. Намечают, просверливают и получается зафиксируют. Ну также силиконий, там все понятно, чтобы вода не попадала. Вот я посмотрел видео, также отметил от края, от баллона, чтобы колесо при поднятии не задевало баллон, все, и опустил самый низ. Сделал ошибку такую, когда начал закручивать с внутренней стороны планку, она оказалась, что она вот под этим бортиком, под который пол вставляется. Вот, пришлось одну дырку. Хорошо, одну дырку сделал. Пришлось ее засиликонить. И уже с этой стороны отмерить от баллона то же самое расстояние, что и там. Наметить, просверлить и после этого устанавливать. Вот, так что при установке, при сверлении отверстий смотрите обязательно с внутренней стороны, чтобы туда не попал этот болт, ни в какие упоры. Вот так, в общем, все. Колеса брал надувные. Есть колеса колбаса, которые без камеры. А есть надувные. Я брал надувные. Как бы поспрашивал, посоветовали лучше эти. Не знаю, посмотрим. Если что, колеса можно поменять. Вот такой мой опыт установки. Надеюсь, вам будет полезно. Не совершайте ошибок, таких как я. Все, сначала лучше 10 раз отмерь, и потом один раз отрежь. Всем спасибо. До новых встреч.